Добрый день, друзья! С вами Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости, Испания, город Торревьеха. Сегодня у нас подборка анекдотов про Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Ну и помимо анекдотов, вы можете посмотреть на испанские пейзажи. Желаю вам приятного просмотра и прослушивания. Лионель Месси знакомится с девушкой, приводит ее домой, заводит в спальню, девушка ложится в кровать. Месси говорит: «Я отойду на минуту». Через минуту возвращается вместе с голыми Суаресом и Ракитичем. Девушка в ужасе спрашивает: «Что это такое?» Месси отвечает: «А я без них не попаду». В чем разница между Богом и Криштиану Роналду? Бог не думает, что он Криштиану Роналду. На тренировке Криштиану Роналду получил травму прически. С вами был Константин Хмелевский, социальное агентство недвижимости Испания, город Торревьеха. Заходите на наш сайт, ссылка под видео. Поможем подобрать вам недвижимость в Испании, либо проверим выбранное вами жилье на юридическую и криминальную чистоту. До новых встреч, друзья!